Ну, шалом, родной. Ты все не пристроишь. Ну да, тот самый дешевеющий с каждым днем миллиончик опилок. Мы бы рады тебе помочь. Но сам видишь, приходится отбрасывать различные варианты. Ты ж помнишь, Е-класс – полное барахло, X6 – помойка. Крузак – да, неплохой вариант, но его нужно хранить под колпаком, как яйца Фаберже в Эрмитаже, чтобы не украли. И что? Ну, давай дальше попробуем искать годноту среди премиальных японцев. Ну, почти премиально. Сегодня мы решили угостить тебя финиками. Еще не протухшими. 2008-17 годов выпуска. Как думаешь, хорош ли Infiniti FX второго поколения? Но внешне он точно неплох, хотя с некоторых ракурсов мало чем отличается от камчатского краба. И цена поинтереснее, чем просят за большинство немцев. В среднем от 1 до 2 миллионов. Хотя Fetal Edition 2013 года — это все 4 мульта. Да и шут с ним, с этим Fetal'ем. Вторая минута ролика, а мы сразу начнем умничать. Это поколение модели FX носит индекс S51. Ну мало ли тебе эта информация для чего-нибудь пригодится. Например, для курсовой работы или своего обзора. И еще. С 2013 года FX больше не FX, а QX70. Вот так. Ну и раз уж мы сразу разговоры разговариваем за серьезные темы, прослушай еще одну важную ориентировку. Infiniti угоняют. Наверное, пореже, чем бумеры и лексусы. Но все равно. У этой тачки уж очень просто перебить номера. Панель, на которой выбит ВИН-код, можно заменить целиком. Причем опытный мастер сделает это так, что не придерешься. То есть ты не придерешься. А вот инспектор при постановке на учет обязательно обратит на это внимание. А продавца и след простыл. При желании можно подделать и номер движка. Но он упрятан так глубоко и так далеко, что обычно просто поверх наклеивают подложную табличку. Так что покупать финики без тщательной проверки санэпидемконтролем, то есть хорошим криминалистом, это как засунуть всю свою получку в однорукого бандита с непременной надеждой что-нибудь выиграть. И к осмотру кузова неплохо было бы привлечь спеца своего дела, потому что небитые и некрашенные FX — это герой японских комиксов. В жизни таких машин не бывает. Имидж быстрой пушки, как ты понимаешь, привлекает дерзких якудза. Повесить авто на подъемнике тоже будет полезно. Посмотришь и на геометрию, и на коррозию. Ржавчина так быстро разъедает заднюю растяжку, что со временем от нее остается одно лишь название. Уж если твоя японочка оказалась в позиции сверху, зацени ее ножки. В смысле заднюю подвеску. Скажи, классно получилось? Мощный алюминиевый рычаг. Это круто. А потому проблем не должно быть вплоть до 200 тысяч километров. Амортизаторы, а также втулки и стойки стабилизатора, понятное дело, придется сменить чуть пораньше. Ну а главные слабаки — это ступичные подшипники. 120-150 тысяч км и вперед за новыми. Спереди азиаточка тоже хороша. Правда, через 150 тысяч километров придется раскошелиться на новые рычаги. Хотя есть шаманы, которые меняют шаровые опоры без замены рычага. По какому пути идти, подскажет восточный гороскоп. Ну или содержимое твоего кошелька. Ну а если шаманы хорошо знают свое шаманское дело, они обязательно посоветуют поставить стойки переднего стабилизатора от QX70. Потому что FX-овские служат максимум 50 тысяч километров, а детали нового образца — все 100. Все, давай-ка вылезай из-под машины, мой руки и садись за стол. Ой, в смысле в салон. Тут, между прочим, уютненько, но не всегда опрятненько. Ну, например, шпон может отслаиваться и трескаться, а к тому, что кожа сейчас настолько нежная, что растягивается и трескается, пора бы уже привыкнуть. Но вот передняя панель, которая вздувается подростковыми волдырями после долгой стоянки на солнце — это беда. За такое кое-кто заслуживает харакири. Зато японские электрики могут поберечь свои животы. По современным меркам, электрохозяйство Infiniti — просто образец надежности. И только датчик уровня топлива, у которого стираются токопроводящие дорожки, позор на седые японские головы. А еще в Infiniti нет беспроводной зарядки. Но это, как вы понимаете, не проблема. Потому что, во-первых, у нас есть держатель от Interstep с беспроводной зарядкой, которой мы уже пользовались, и я пользуюсь до сих пор в Audi A6. Но теперь у них появился еще и вот такой вот офигенный Powerbank с беспроводной зарядкой. И самое главное, что он заряжает любой ваш телефон, который поддерживает функцию беспроводной зарядки, даже через чехол.
это просто офигенно, потому что не все автомобильные даже зарядки поддерживают и могут пробить эту броню, казалось бы, такую мощную и сложную, понимаете? А эта штука может. Здесь 12 тысяч мАч, здесь два входа проводной зарядки, быстрый и на 2 ампера чуть менее быстрый. Здесь выход и вход Type-C и разъем Lightning In для зарядки самого устройства. И оно само вот такой вот с кожаной отделкой ни за что никогда не поцарапает ваш телефон и просто приятная вещица. Так что благодаря Interstep'у теперь вы можете заряжать свои мобильники не только в автомобиле беспроводной зарядкой, но еще и дома. Как обычно, скидочка и промокод в описании. Вот она, старая добрая ВД-40. Легенда, которая избавит от любого недуга, включая простатит и молочницу. Но мы будем использовать этот чудодейственный состав для других целей. Конкретно для смазки дверных замков. Без этой, без преувеличения сказать, важной процедуры, твой тарантас попросту может не запустить тебя внутрь. Отдернешь ручку зимой посильнее и можешь оборвать тросик. Так что лучше смазывать. Теоретически, надо бы смазывать и шестерни электропривода рулевой колонки. Но этого, естественно, никто не делает. Поэтому будь готов, что регулировка на бэушной машине вряд ли будет работать. Пластиковые шестерни — это ерунда. Ну сколько раз ты будешь регулировать рулевую колонку? А вот реальная беда. Это крохотный и тесный аккумуляторный отсек, потому что сюда влезет только компактная батарея. Теперь к хорошим новостям. Моторы — настоящая легенда. Спросите любого фаната японцев, и он обязательно подтвердит — серия VQ — вещь. Это сердца премиальных немцев со множеством врожденных пороков. Авиаобразные ниссановские движки, знай себе, крутит коленвал, пока не пройдут 500 000 км. И это просто чудо. Цепушку, которая ходит по 250-300 тысяч километров, надо отдать в Международную палату меры весов. Пусть все остальные делают так же. Эй, ребята из Штутгарта и Вольфсбурга, вы слышите? У мотора 3,5. О, слава цветущей сакуре! Нет даже гидрокомпенсаторов. А регулировка клапанов нужна через ту же 250 000 км. В общем, все бы хорошо. Но мы знаем пару роскошных секретов, как по бырику угробить ниссановские шестерки. Хочешь узнать как? Ставь лайк и подписывайся на канал. Но даже если ты этого не сделаешь, мы не обидимся, потому что просто не умеем держать язык за зубами. Так вот, масло нужно менять как можно реже, а не через 10 тысяч километров пробега. И тогда маслосъемные кольца обязательно залягут. Продолжаем делиться вредными советами. Чтобы со стенок цилиндров поскорее сошло алюсиловое покрытие, нужно лишь дождаться кончины нейтрализатора и не менять его. А дальше лишь вопрос времени, когда керамическая пыль сотрет внутренности движка. И, конечно, не вздумай промывать радиаторы. Перегрев – самый надежный вариант отправить прекрасный мотор в мусорный контейнер. А заодно не покупай новую крышку расширительного бачка каждые 3 года. Но ты же хочешь посмотреть, как лопнет радиатор? Оригами – это такое древнее искусство складывания фигурок. И для этого в Японии выпускают даже специальную бумагу. Много бумаги. Из нее же вестимо японцы делают и прокладки головок блока цилиндров для мотора 3,5. А как еще объяснить, что на машинах 2008-2010 годов выпуска прокладки рассыпались через 150 тысяч километров? В этом случае получался лихой коктейль из антифриза и масла. Разумеется, такой вот поцелуй тети Клавы не очень нравился мотору, и он первым делом начинал отчаянно дымить. Кстати, ты смотрел серию про Land Cruiser Prado? Так вот, там мы рассказывали, что японцы очень любят детали из переработанного пластика. Вот и у Финика клапанные крышки сделаны из того же вторсырья. Их коробят даже от малейшего перегрева, а стоят крышки ого-го как сколько. И манжеты у крышек, прости за бедность речи, хреновенькие. Из-за них свечные колодцы регулярно заливают маслом. Начинаются пропуски зажигания, и машина трясется, как наркоман на школьной дискотеке. У
У мотора объемом 3,7 литра нервические припадки могут случаться не только по этой причине. Его соленоиды распредвалов имеют дурную привычку обрастать отложениями. От этого муфты фазы регуляторов начинают чудить. Да, мы немножко забыли объяснить. У FX V-образная шестерка может быть объемом 3,5 или 3,7. Вариант поменьше выдает 307 лошадей, а второй 333 лошади. И это без всяких там турбин. Тебе этих кобыл мало? Бери тогда версию V8. Это все та же серия VQ, но со своими погремушками. Например, лихая восьмерка терпеть не может агрессивных кавалеров. У нее просто раскалывается от них башка. Ну, в смысле, реально трескается головка блока цилиндров через 200-300 тысяч километров. Но кем надо быть, чтобы медленно ездить на 8 горшках? Но, как говорится, любишь кататься — люби и катайся. Только знай, от адского жара раскаленные пятилитровки начнут появляться высокотемпературные отложения. В народе их называют лаком. Чертов лак — большая беда. Он забивает масляные каналы и, конечно, вредит постелям распредвалов и вкладышам коленвала. Так что, если тачка начала регулярно подъедать масло, это может быть симптомом надвигающегося беды. Если нас смотрят студенты и пенсионеры, привыкшие экономить каждый рубль, то мы заодно расскажем и про дизель. А кому еще будет интересно слушать про реношный мотор V9X, кроме очкариков и пенсов? Дизель на финике, ну это, наверное, скорее такое, жиденькое, с кусочками натуральных фруктов. Однорядная цепушка ходит от 100 до 150 тысяч километров. Столько же ходят интеркулер и форсунки. Счастье, когда мотор доживет до 300 тысяч километров. Но задиры на вкладышах коленвала, скорее всего, заставят сделать капиталку заметно раньше. В общем, дизель брать не надо. А вот думать над выбором коробки передач вообще не придется. Парни, которые проектировали этого камчатского краба, все решили за тебя. Только автомат, притом один на всех. Семиступенчатый Джатка хорош, зараза. Скорее всего, ты утоталишь тачку даже раньше, чем агрегат GR71 запросит ремонта. Но взамен автоматической коробке, как капризной гейше, понадобится ласка и смазка. Масло, которое традиционно считается вечным, неплохо бы обновлять каждые 50-60 тысяч километров. Что касается ласки, то перемотай, пожалуйста, этот ролик на пару минут назад. Ладно, не мотай, мы лучше повторим. Регулярная промывка радиатора и обновление антифриза – залог здоровья не только моторов, но и трансмиссии. Смотри, у коробки нет своего собственного радиатора. Теплообменник встроен в основной радиатор двигателя, хотя сама коробка окружена огнедышащими нейтрализаторами. И где, как говорится, здесь знаменитая восточная мудрость? Еще один мудрый совет, который поведал нам один старый сенсей. На всякий случай навести спеца по Infiniti и залей самую свежую прошивку. Из-за неудачного софта карабас может буквально сгореть на работе. Живучесть системы полного привода, понятное дело, зависит от мотора. С 5 литрами под капотом муфте отпущено 200 тысяч километров. У версии поскромнее муфты ходят по 300 тысяч. Примерно столько же готовы крутиться карданы, что передний, что задний. При трогании сзади раздаются щелчки. Обычно это означает одно: ну все, приехали. А вот фигушки, если смазать и прочистить шлицы, звуки эти исчезнут. Но если вот этот барабашка поселился спереди, это означает одно: меняй передний кардан. От карданов больших к карданам поменьше. С возрастом карданчик рулевого вала имеет привычку разбалтываться. Особенно если хозяин авто больше центнера весом. Спросишь, почему? Потому что когда он залезает в машину, он обязательно держится за руль. Хотя иногда виноват вовсе не карданчик, а всего лишь ослабшие крепления. Подарочек под номером 2 – слабенькие сайлентблоки, через которые крепится рейка. Делов-то купить да заменить пару резинок. Но японцы из Infiniti предлагают делать широкие жесты и менять дорогостоящий корпус механизма целиком. Вот только наши левши сумели подковать японскую блоху. А точнее, они наладили выпуск полиуретановых сайлентов. Та же история и с креплением заднего редуктора. Официально для замены опоры надо покупать подрамник целиком. Только вдумайся, целый подрамник, который стоит от 40 тысяч деревянных из-за одной чертовой резинки. Но наши мужички уже давно научились прессовывать неоригинальные сайлент-блоки. Хочешь купить такой финик? Не тормози. В смысле, когда купишь, резко не тормози. Потому что тормоза на 3,5-литровых пепелацах, ну, очень уж слабые. А вот на машинах 3,7 нормальные. Отсюда вывод. Когда тебе надоест то, что штатные диски коробят от перегрева, ставь другие. От версии 3,7 либо 5,0.
И не паникуй, если система стабилизации вдруг вырубится. Ну, точнее, не вырубится, а выдаст на комбинации приборов сообщение об ошибке. Это всего лишь скромная просьба долить тормозную жидкость. Вот такой он, японский финик. То ли мы подобрели от новогодних подарков и накрытых столов, то ли вправду японский FX совсем уж неплох. Так что будем надеяться, что Дедушка Мороз принес тебе под елочку ключи вот от этой японской БУшки, а не от какого-нибудь X5 либо ML. Давай, брат, с Новым годом тебя. Удачи. On this cold December day, we are on our merry way, riding along, just singing a song, barreling through the snow.